Филиал ОАО «АМ Технологии» Петрозаводск-МАШ – одно из крупнейших машиностроительных предприятий России, выпускающие помимо продукции массового потребления оборудование для целлюлозно-бумажной, нефтехимической и атомной отрасли. За моей спиной вы видите элемент тепловой защиты самого крупного в мире исследовательского реактора «МБИР». Вадим Александрович, говорят, это уникальный элемент. Расскажите, в чем заключаются его особенности? Прежде всего, за всю историю отечественного атомного машиностроения, это первая деталь из высокопрочного чугуна в конструкции атомного реактора. Это отливка почти 5 метров, массой больше 70 тонн. Мы отлили 8 таких отливок, причем самая большая в 2 раза выше по высоте. Только еще 2-3 завода может произвести отливки с такими габаритами. Чертежи будущих изделий могут поступать на завод от любых заказчиков и предприятий, а задача сотрудников модельного цеха – создать объемную модель для литья. Бумажный чертеж изделия попадает в конструкторское бюро модельного цеха, где на его основе инженер-конструктор проектирует модельную оснастку в формате 3D. Для этого специалист должен обладать не только высочайшим уровнем работы в программах моделирования, но и недюжинной фантазией. Нужно представить будущую модель со всех сторон и даже изнутри. Это модельный цех. Здесь созданные на компьютере 3D-модели воплощаются в дереве, прежде чем быть изготовленными в металле. Все, что вы видите вокруг, это не просто нагромождение досок. Это деревянные модели будущих сложных металлических конструкций. Процесс изготовления моделей проходит на 3 и 5 координатных станках с ЧПУ. Это позволяет добиться не только высокой скорости обработки, но и предельной точности. После того, как макет воплощен в дереве или пластике, он поступает на участок изготовления литейных форм. При помощи смесителя производительностью 20 тонн высыпается смесь, уплотняется, и дальше она будет выстаиваться в районе 30-40 минут. Вот это та самая формовочная смесь из песка, смолы и катализатора, которая уже через полчаса превращается в твердый материал. Литейная форма полностью готова и проверена. Можно приступать к одной из самых сложных операций – заливке чугуна. Вадим Александрович, а почему было решено использовать чугун для этого элемента? Другими способами, а именно паковкой, либо сегментами паковок, потом их сваркой, получить достаточно сложно и намного дороже. Мы сэкономили несколько сот миллионов рублей, переведя заготовку с материала сталь на материал высокопрочный чугун. Завод оснащен современными индукционными печами разного объема. Это позволяет производить изделия любой сложности весом от 10 килограммов до 120 тонн. В процессе варки образцы направляются в специальную лабораторию, где проходит целый цикл исследований, позволяющих выявить любое отклонение от технологии. Непосвященному может показаться, что процесс литья не меняется веками. Горячий металл заливается в формы, остывает и обрабатывается. На самом деле появляются новые типы сплавов с уникальными свойствами. Литейный завод производит отливки практически из всех известных марок чугунов. Однако основным материалом для нас является высокопрочный чугун. Этот материал перспективен, спрос на него постоянно растет. Мы понимаем, что мы находимся на правильном пути, направляя большие усилия на то, чтобы делать все больше и больше продукции из высокопрочного чугуна.